стадии плей-офф Лиги Европы на стадии 1/16 финала получила Манчестер Юнайтед. Мы, казалось, чем свист, адресованный имени, что первый матч этих команд завершился со счетом 3-0 на Олд Траффорд. Во многом, конечно, отражение всего нынешнего сезона. И гимн Лиги Европы на Стад Жефруа Гишан. Артем Шмельков, за которым вместе с вами будет наблюдать сегодня. Итак, составы вы уже знаете. Составы, ну, особенно, наверное, Кубок Англии, Комьюнити Шилд, но это лишь одна игра. Это не турнирный путь, это встреча и играть. В центре поля мяч у Погба. Смещается и составит Теофиль Катрин. Передача на Погба. Верту довольно... Кто знает, может быть, в умах Манчестер Юнайтед, футболистов Манчестер Юнайтед и сидит у стадиона сыграть от души изо всех сил. Команда, конечно же, готова. Здорово играет Погба. Соглашение, условия новые, какие-то новые условия в договоре с Астон Виллой. Передача Погба. Уже 4. Пол Карик. Погба отпускает мяч. Разворачивает в сторону ворот соперника. Погба. Спокойный, уверенный. В Манчестере. Неоднократно. И снова перекличка крупных планов братьев Погба. Ну, а это чистый. Был бы выход один. Лени. Ибрагимович. И слева снова нарезает. Мхитарян. Своевременная передача. Кто первый? Фол от Генриха Мхитаряна. Погба. Заигрался как. Закрыты. Позиционно очень грамотно действуют игроки. Мой делает Ван Мата. Маркус Решфорд. Его пас не очень удачен. Да, Сен-Этьен уже всех тех, кого хотел, назад отрядил. Ну, атака Манчестер Юнайтед продолжается. Мальпуи. Два. Огромного поля Погба просто так. Перевариваемые обороной Манчестер Юнайтед. Да, Манчестер Юнайтед раньше всех из английских команд обеспечивает себе место в воздухе, где на поле покинул. Без нарушения правил. Ибрагимович. Пас на Погба. И здесь офсайд. Да. Звездные пары взаимодействия не будут. Не совсем полная картина, потому что полная картина – это преимущество в 4 мяча Манчестера на этот по сумме 2 встреч. И сказал я вам, хотя на самом деле эта тема едва ли не самая обсуждаемая, относительно Уэйна Руни. Ну, подвешенное существо по сумме 2 встреч, которое, я думаю, что Сен-Этьеном не оспаривает. За свой престиж, прежде всего, зеленые сегодня сражаются. Перерыв, завершившийся в матче, ответном матче Лиги Европы, стадия 1/16 финала, гостевой матч во всех, так что победитель здесь пробовали предложить довольно высокие скорости, и первая атака, первый удар оставился за зелеными встречи. Здесь же пока свисту. По
позабыли многие, что выступал действительно недавно в премьер-лиге, соответственно, за Давидом де Хеа. Что в кубковых соревнованиях Эмпена спорит первый трофей сезона, если не считать комьюнити Шилд, английский суперкубок. С двумя соперниками ему не справится. Погба. Рядом Мата. Слева Блин. Против Саутгемптона спорит первый трофей сезона, если не считать комьюнити Шилд, английский суперкубок. Передача на Ибрагимовича. Вот разворачивается и на Погба. Я бы, честно говоря, посчитал, что это 11-метровый. На мой взгляд, при счете 1-0 или уже 2-0 в пользу Манчестер Юнайтед в первом матче. А это... Первый матч. Ну-ка. Ба. Он оказывается на бровке. Его брат играет. Но пройти мимо брата не дает ему паш, сваливший с поля Погба. А вот они и рядом запечатлены. Никого особо уже не ждет. Ждут его как раз. Подача. Погба! Выиграл мяч у Луика Террена. То ли удар, то ли скидка. Ну, там мяча Мальки коснулся. И Решфорда прошел. И он проткнул мяч мимо вратаря. Но мяч коснулся. Да, умеют здесь атмосферу создавать. Болеет за своих зеленых. Ибрагимови пытался доказывать, что мяч капитана соперника попал. В зоне, напомню, Манчестер Юнайтед доходил до той стадии, которой вот сейчас уже он добирается, то есть до стадии 8 финала. Да, подачу делает неточную, к сожалению, для Сент-Этьена. Погба. Толь Погба. Ну и что, нет положения вне игры. Ну, футбол, ну, нам повтор просто подтверждает правильность судейского решения. И одного, и второго. И аут в пользу Манчестер Юнайтед. Дисциплинарная желтая французскому защитнику.